Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский я расскажу, как рассчитать минимальный платеж по кредитной карте Тинькофф. Минимальный платеж может быть у каждого клиента разный, потому что процентная ставка минимального платежа исчисляется также индивидуально, но, как правило, она составляет от 6 до 8%, и, как написано на сайте Тинькофф, то, что 8% – это максимум, 8% от суммы задолженности. Но независимо от того, какой у вас кредитный лимит, сколько вы потратили от всего кредитного лимита, минимум будет составлять 600 рублей. Меньше 600 рублей минимального платежа просто быть не может, это невозможно. То есть запомните, минимум 600 рублей. Но если вы хотите посчитать примерный минимальный платеж, сколько же вы будете платить, можно попытаться это сделать, но опять же нужно посмотреть сначала в договоре. Смотрим в договоре, какой у вас процент годовых. Что мы делаем? Мы берем ваш кредитный лимит, вернее не кредитный лимит, а то, сколько вы потратили в месяц. Пусть это будет 20 тысяч рублей. И умножаем на процент годовых, например, 48. Умножаем 20 тысяч на 48% и делим это на 12. 12 это месяцев. И получается у нас сумма 800 рублей. 800 рублей, запомнили. Далее опять берем нашу потраченную сумму, это 20 тысяч рублей, и умножаем на 8. 8%, да? 8% это у нас процент от той суммы, которую мы потратили. И получается у нас 1600 рублей. Сейчас мы это все плюсуем, получается 800 рублей плюс 1600 и получается 2400. В принципе, рассчитать это можно легко, но этот расчет только для того, если вы расплачивались только безналом. Если, например, вы снимали наличные с кредитной карты Тинькофф, то здесь картина будет совершенно другая. Помимо той комиссии, которую вы заплатили за снятие наличных, здесь идет еще каждодневный процент, каждодневное начисление. Процент, опять же, рассчитывается у всех индивидуально. И если вы хотите знать заранее, то лучше всего позвонить на горячую линию Тинькофф, связаться со специалистом, и он вам, конечно же, даст ответ, какой минимальный платеж за снятие наличных у вас будет. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала Банковский. Если оно оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до свидания!